Итак, первое, с чего начинаем. Это у нас пакетик гайки. Пакетик номер 13. Это у нас кравельные шайбочки. Пакетик номер 9. Так, пакетик номер 9. Это простые шайбочки. Также две такие штуки здесь стоит. 13 и 14. Не знаю, видать, не видать. И две резьбы. То есть два для самых длинных болта, так понимаю. Так, вот я собрал, проверяем. Простая шайба, граверная шайба, две гайки. Опять граверная шайба, простая шайба. Так, пластмассовая втулка, шайба. Опять одна гайка, вторая гайка, граверная гайка и шайба. Все, две абсолютно одинаковые. Так, следующий пункт поворачиваем вот так. Надеваем одну, надеваем вторую шайбочку. И гаечку. Так, вторая также. Шайбочка и гаечка. Переворачиваем. Насколько я понимаю, нам надо одеть эти две. Коротенькую сначала. Потом надеваем большую. Готово. 25, 17, 28 пакетики. Вот эта вот деталька 13, 13 и шаговый мотор. Начинаем крепить. Так, крепить будем вот так вот. Вот этими шурупчиками. Thank you.
Так, и надо ее закрепить вот сюда, вот. Вот, видите? То есть, вот так вот. Тридцать шесть пакетиков, такие втулочки тут, и 20. Там что-то такие вот. Так, сейчас вставляем одну направляющую, одеваем. Направляющая. Еще одеваем штопорное кольцо. Так, открутить надо чуть-чуть. Угу. Так. Тулочки, по-моему, без разницы, как их одевать. Раз. Два. Поехали. Так, ну вот так вот это получилось. Вот шарниры. На этой стороне и на этой стороне два штуки. Едем дальше. Так, пятый. Вот такие крылья. 4 штуки. Площадку.